моя страница. Цитата из письменных работ отличников ЕГЭ. Я не знаю, что с вами будет. У костра сидели два человека и одна женщина. Спокойно, спокойно, сейчас разгонимся. Иногда такие образы, ой, тянутся по небу корневища трав. Но это уже даже не анаша, это ЛСД здесь. Вот, австралийский кенгуру имеет карман на животе, чтобы прятаться туда во время опасности. Вы представили себе эту картинку? Самозасасывающийся кенгуру в свой карман. От любви у нее заплетались зубы. Ёж, жаба и ласточка, помогают садовнику поедать насекомых. Он взял коня за рога. Один вместо металлической эрозии написал, как понимал, металлическая эрекция. Ну, я понимаю, вставляет сильнее. У Владимира Мономаха было 10 сыновей и все мальчики. Вот, вот молодец Владимир Мономах, да? Ни одной девочки среди сыновей не было. «Война и мир» — эпохабное произведение. У князя Мышкина бывали приступы эпиляции. Вот Мышкин не знал, какие у него принципы. И Достоевский тоже не крутой был. Ой, сейчас, это нужна тишина. Простите, я зачитаю эту цитату. Она сняла с груди сначала лифчик, потом трусы. Ты, дуреха, ты че трусы на грудь надела, можно сказать? А сочинение по литературе им лучше не писать, правда? Ну не надо так портить классику. Андрей Болконский пригласил Наташу Ростову на тур вальса. Как красиво, хорошо, да. Дальше, супер. Взял ее за таз. Ну она же с тазом ходит обычно на бал. И пустил по кругу.